Привет всем, друзья! Люба сегодня решила показать. Я между всеми своими делами, работами, заботами, я решила заняться алмазной вышивкой. Вот такими, знаете, так и наклейку основу. Сейчас многие вот этим занимаются. И вот я тоже решила. Представляете? Вчера вечером начала, и мне так нравится. Вообще, да. Между прочим, все мои, которые подписчики и у Садко, я хочу успеть сделать подарочек Володе, но он будет не для Володи Макарова, а для его мамы. Вот. Сейчас я покажу, пленочки закрою. Вот, вот такой такие красные маки, большой мак, крупный, маленький. Смотрите, вы мне все напишите. Вверху уже, видите, блестящее вышитое, да? И вот я пошла, я вчера вечером начала. Сегодня 14, 13 числа февраля. Сегодня 14 февраля 2023 год. Друзья, Люба. Моя голова думала, пошла в магазин, увидела и купила вот такие, несколько там, еще две. Но я с теми не знаю, что делать. Подарить их просто целиком, пусть люди сами пробуют. Я только вот эту одну. Вот. И так захотела. Но оно заволакивает. Я вчера уже хочу спать. И потом надо, чтобы написано освещение было хорошее. Я уже смотрю и циферки путаю. Вот. Так что вот еще у Любашки новое увлечение. Нет, но я на самом деле не первая, это у меня я уже делала, но это было давно. Только как все это началось. Вот. Еще выписывала на AliExpress. С ними я уже давно не работаю. Вот потому как. Знаете, у нас теперь в любом книжном магазине продаются, простите, продаются, и, как говорится, только денежки давай, и все, всякие разные. Вот. Ну, я вот так вот решила, как бы на 8 марта, они же любят поздравлять с наступающим днем космонавтики, а я с наступающим днем 8 марта, вот. Ну вот, вот так вот Люба сидит, занимается. Скоро буду уходить. Это так, между делом. Не знаю, хочу успеть. Мне же уезжать. 16-го выезжать. Всем пока. Обнимаю экваторно. Всех люблю. Как всегда, человеческой, человечной любовью. Всех пока. До встречи вам.